Давлеткали Султангалиевич Удирбаев родился 25 декабря 1923 года в селе Жарсуат Теректинского ныне Бурлинского района Уральской области, сейчас Западно-Казахстанской области. Окончил 7 классов Карачаганакской школы, работал на разных работах. 2 мая 1942 года Теректинским райвоенкоматом призван в ряды Красной армии. В Рязанской области в 558-м стрелковом полку прошел военную подготовку и принял военную присягу. Направлен на фронт. Начинал воевать Давлеткали Удирбаев рядовым помощником пулеметного расчета. В 1944 году окончил трехмесячные курсы младшего офицерского состава. Воевал командир стрелкового взвода 2-й стрелковой роты младший лейтенант Удирбаев Давлеткали в составе 860-го стрелкового полка 283-й стрелковой Гомельской краснозаменной дивизии на Воронежском фронте с 12 июля 1942 года по июнь 1943 года. На Первом Белорусском фронте с февраля по июль 1944 года. На Втором Белорусском фронте с июля 1944 года до окончания войны. При прорыве обороны на реке Нарва 4 августа 1944 года в бою за высоту 160 метров товарищ Удирбаев смело и решительно, увлекая за собой взвод, выбил противника из занимаемых позиций и закрепился на занятом рубеже. В этом бою Давлеткали Удирбаев был ранен. За время боев от реки Друдь до деревни Гродис товарищ Удирбаев из своего автомата лично уничтожил 32 солдата и офицера противника. За эти подвиги он награжден орденом Красной Звезды. За боевые подвиги старший лейтенант Удирбаев Давлеткали Султангалиевич награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалью за победу над Германией и 17 юбилейными медалями. До 1946 года служил в Китае. После демобилизации приехал на родину в село Жарсуат. Работал секретарем сельского совета с 1948 по июль 1953 года, инструктором райкома партии. До 1972 года управляющим отделением совхоза «Березовский». До 1980 года завхозом ОРСА станции «Казахстан». До 1986 года инкассатором Госбанка. На пенсии с 1984 года. За добросовестный труд Давлеткали Султангалиевич награжден медалями за освоение целинных земель, ветеран труда, награждался почетными грамотами, в запас ему присвоено воинское звание майор. Скончался Давлеткали Султангалиевич 22 июня 2015 года в возрасте 92 лет. До этого времени проживал в городе Аксай. Это их победа, это наша память.